Здравия, друзья. Конечно, подарил нам победу. Господь, это был весь праздник. Даже гостей обзаходил. Пока что наши бойцы не проигрывали. Сегодня, надеемся, что эта тенденция продолжится. Друзья, ждем следующих бойцов. Мы вот сейчас во дворце спорта имени Кабал Лукашенкова появляется боец из Узбекистана Бабур Курбанов. Очень сильный, это у меня спортсмен. Best Pro Fight 1 он выиграл Мудафаром Касымовым, Сабмишином, Сочевым Локтям. А также он Алаш Прайд. Мына кезектеги биздин мекендешибизде ринг үстүнө чакырабыз. Бул ирет ага ийгилик толуп чыгат деген ишенибиз бар. Урмат уулу Полотбек анын атаандашы мына Шарипов Бабур Курбанов катып атсак. Мына ушундай эки тараптын тең биз булачейин кабалдарын таасыр өттүк. Урмат уулу Полотбек эки жеңиш бар. Жеңил эле Калымиев Бабур Курбанов экранда бизге Урмат уулу Полотбекти көрсөтөт. Настоящий боец номер сейчас. На ринге Бабур Курбанов. Четыре победы на положении одного ничья. Друзья, Урмат уулу Полотбек, также настоящий боец ММА, мастер спорта, поэтому виду спорта, спорта по грэпплингу, боец из спортклуба «Айкёй», это мы узнали, но Бабур Курбанов боец из клуба «Файтерс». Ну, пожелаем бойцам удачи, ну а нашему спортсмену желаем победы в этом бою. На урмат уулу Полотбекти көрүүдөбүз. Мына сол тарапта ракетин көрөт, азыр жакшы бир алгачкы токтоорго барып жаткандай бутулалгачкы көз ирмендерде баштап ушундайлардан жеңишке келип калышы мүмкүн. Ошол эле учурда Бабур Курбанов Өзбекстанда балбан жеңип турбайт. Мекендешибизге караңыз. Мы тут пишем, да, 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 да,
Закончился первый раунд. Второй раунд. Thank you.
Закончился второй раунд. Ну что, друзья, зрители, оставляйте комментарии. У нас вот вот это вот сразу по ситуации, что такие у нас правила, потому что результаты отстрелились такого футбольного бабура, который полностью проходил эту ситуацию. Мы подробно добыли футбольным, а все-таки спасибо, конечно, что я поехал не смог сделать, но это спорт. Ава, мына ушундай биздин мекендеши тилекке каршы бул беттеште аны чейин чара алган жок. Ал эми мына кошо өлкөдөн келген Бабур Курбановду куттуктайбыз, ал жеңишине мына татыктуу түрдө жетише алды.